Привет, меня зовут Норт, ты на канале RocketPlay. Сегодня мы с тобой продолжаем проходить Wanted Weapons of Fate. Собственно, начать новую игру у меня почему-то награды. А давай-ка я вспомню, что мы хотели посмотреть с тобой. Предыдущие серии иллюстрация кладбища. Очень спасибо, очень полезно. Замечательно, просто плакаты. Фух. Чего бы я раньше его не нашел? Вот такая обоина хорошая. Цитаты разработчиков, серьезно? Джордж Ходж. Джон Ходж. Ведущий мультипликатор. Каждый раз, как ты мне что-то говоришь, я вынужден работать над новой анимацией. Печалька у Джона. Обложки комиксов. Ну, похож, чувак, похож на того, за которого мы играли. Вот этот вот. Отец, я так понимаю. Evil Dead, who next? Собственно, зло умерло, кто следующий? Зломертво, наверное, будет. Вернуться в игру. Пошли. Если ты не в игре, возвращайся. Последний танец русского, собственно. На котором мы закончили. Я говорил, что Парижское братство в первую очередь обеспечивает защиту станка. Как минимум, я буду знать, где искать этих мерзавцев. Вот это да. И не видно ни единого чертова капюшона. Вот это да, что они тебя не увидели. Вот это полная да. Кстати, красивая анимация мне каждый раз. Она как-то смотрится так прям интересно. Когда я каждый раз ее вижу, думается, что, блин, игра-то старая, а выглядит реально красиво. Штурмуйте чикагское отделение. Я уже в Чикаго? Я вспоминаю, как стоял тут, и мне кажется, будто это было вчера. Надеюсь, они запаслись мешками для трупов. Надейся. А, они меня запалили? Ну, странно. Минус один дурачок. Баллон вижу. Вижу других дурачков. Ну, вылези, блин! Что это было? Нет. Так, нет. Я не помню, как стрелять. Мне это надо было, мне это надо было, мне это надо было. Патроны не алё, быстрей. Офигеть какой-то. Кровище прям. Я не помню, как это делать. А. Закончилось. А где? А мне тут щемит уже. Какого хрена себе он щитом защищается, мудила. А я просрал всю эту. Мне как теперь? Патроны очень нужны патроны. А, не знаю, как здесь быть, но, с другой стороны, вот в этой вариации он меня не видит. Наверное, я сделаю вот так вот, и он меня снова не увидит, да. Но и я тех не вижу, на самом деле. А! Вот это замечательно. Значит, у меня есть вариант убить этого мудака, чтобы добраться до того второго мудака. Просто в том, что этого, как мы помним, надо обходить. Ву-ву-ву, полегче. Не успел. Хорош. Минус парочка. Патроны заканчиваются. Я не попадаю в этого чувака вообще даже близко. Да ладно!
А, пока он защищается, надо, понял. О чем фишка? Хорош. Наконец-то патроны, по-моему, гранат полетел. Не знаю, куда бежать. Тут вот кровь немножечко застыла. Да не обращай внимания, игра вообще старая. Будем считать, что это прикол. Ну, это действительно прикол, смотри. А, все. Она исправилась, ладно. Магазин заполнен, туда вот можно зайти. А, это я оттуда шел, да? Ну, мы давай на всякий случай вернемся, потому что там какой-то очень интересный закуток. Мне кажется, что там вполне может быть что-то спрятано. Особенно если учесть, что нас игра быстренько оттуда ведет. Поэтому вполне возможно, что-то она для нас там запасла. Мало ли. Значит, давай лучше осмотрим. Чтобы уже точно снять подозрение из себя. Что мы лоханулись. Тут ничего не может лежать, нет. Какой-то звук такой странный, как будто кто-то кого-то жарит. Еду имеется в виду, а не кого-то. Вот что ты там подумал-то, в смысле? А, теперь понял. Течет, тоже вариант. Бадыщ, ну, чтобы не пропускать. Ишь ты мне, ты смотри давай, думает он тут. Доступна новая концептуальная графика, видишь, не зря, не зря. Чуйка не подвела. У нас игра вообще-то перелезет стрелки, так вообще-то. Выбегают резко, чуваки, вот так вот, видишь, что творится? Ты там думаешь себе, не надо, смотри, просто смотри. Расслабься. Спрячь, чтобы пропустить. Все интересное? Спасибо. Хотя тут ничего интересного на самом деле нет. Игра правильно подсказывала. Сцена, похожая на то, с которой терминатор начинается. Ага. Ага. Так обжух не сразу, нет? А! Кук у нас начался. Да блин, так а я что я сделаю? Если это неудобно было. Да блин, она не идет дальше, мышка. Я что могу сделать-то? Ух, ни хрена их там! Ничего себе, на меня жухнули немножечко. Ух ты, ну и наделал я дел. Действительно. Взрывчатка, отличное сочетание. Ну, крысы-то закончились. На самом деле. Оу! Дурачок. Давай на всякий случай вернемся. Да. Видишь? Никогда не стоит этим пренебрегать. Опять концептуальная графика. Там патроны. Тут мы буквально пару шагов прошли, а столько стен было интересных. А концептуальная графика всего одна оказалась. Воу. Макс Пейн, здравствуйте. Да, вот это вот все. И они на них хватает. Ну, вроде бы все на этот раз. Воу-воу-воу, дай, мазафака, дай-дай. Вот эта вот песня сейчас включается. Блин, я мышкой не успеваю, она слишком медленная. Она слишком медленная, нереально медленная, отвратительно медленная. Но один раз я в него попал. Быстрей. Спасибо. Ну, в смысле? Ясно. Теперь я понял, кого убивать. Тут по мне еще щемит, судя по звуку. Воу-воу-воу, полегче. А ничего, что я не попадаю по нему? А он по мне почему-то попадает. Это, чуваки, нечестно, как минимум. Дурачок. Да в смысле? В голову стреляй, алло. Алёши. Не понял сейчас никуда. Да в смысле? Ничего, что я бок нажимал. Выходи, мудила. Ты задолбал. Блин, надо было посмотреть.
Концептуальная графика. Вы ее нашли? Нет. Тело найти не удалось. Может быть, сын киллера ей интересуется? Судя по виду, он его съел. Возможно, он хочет насладиться телом Фокс, пока оно не остыло. Что ты несешь? Заткнись. Он не такой извращенец, как ты. Вот. Прибери здесь до прихода Брумеля. Мы займемся станком позже. Хорошо. Ты мне поможешь? Ты знаешь, сколько мне это стоило? Аривуар, сучка моя! За работу! За ночь надо все убрать! Ну и разговорчики у них. Я бы сказал. Меня, как оно предало моего отца. Ну ты же без... Придется отомстить. Ты же без мухи, как они. У него, кстати, ствольная коробка пустая, без ствола была. Не, все, я не попадаю. А было прикольно. Эй, как насчет отдать мне оружие? Ту часть, где мы стреляем друг в друга, можно просто опустить. Да в смысле? Он не идет дальше у меня. А я по нему не попадаю отсюда. Да, я по нему не попадаю. Мне надо где-то его обойти, а я не знаю где. Я его и не вижу теперь. А, вон о чем, Михалыч. Как я до этого догадаться должен был? Но я все равно его не вижу. Все, я вплотную. Нет, я не попадаю. От этого места немного осталось. Есть такое. Блин. Вон о чем, Михалыч. Yes. Ну, это несложно. Очень несложно. Русский, как обычно, в игре мразотой представлен. Как же в Голливуде по-другому может быть? Но очень хорошо стреляющий мразотой. Жух. Получи, мерзавец! Мразота. Опа! Хорош. Два замедления. А, у него дробаш, можно я возьму? Тайный знак братства. Татуировка в виде двоичного кода. Мне казалось, что это важно. Пришлось его взять. Хорошо, что не показали. Ты быстро все понял. Правда, Уэсли? Двоичный код, что это значит? Кому это принадлежало? Русскому. Это ему больше не нужно. Чувак, 21 век, мобильники. С фоткой. Он был стражем. Когда нужно перевести станок, отправляют трех стражей из различных братств. У каждого из них есть татуировка, которая составляет часть кода, место, куда нужно доставить станок. И у каждого братства есть стражи? Это необходимо, потому что им постоянно не везет. Сочувствую. Очень быстрое перемещение. Хорошо. По уровням, как у нас. Раньше это меня очень пугало. Врач говорил, приступы тревоги. Если бы он только знал... Какой плохой перевод и озвучка в игре. Хотя, на самом деле, я просто придираюсь. Нажмите... просто Space. Так, понял. Понял. Смотри-ка, у нас желтое появилось. Когда вы оглядываетесь, нажмите желтое. Левый Shift плюс Space. Я только один раз тысячу успел сделать. То есть просто перебежать мы можем.
А можем с шифтом сделать вот так. Понят. Прикинь, приколюха какая. Вот для чего вторая пуля, я так понимаю. Но ты догадываешься, что за все эти таланты назначена цена. Я не готов ее заплатить. Адреналин! Стэтхэм будет? Ну выходи давай. Хорош. Ну, я понимаю, что мне надо сделать вот это, вот, чтобы закрепить тренировку. Несложно совсем. Надо быть полным кретином, чтобы думать, будто все так легко. Надо быть полным кретином, чтобы не осилить. Повезет какое-то время оставаться в живых, ты поймешь, что существует огромная разница между пальбой из пушки и работой убийцы. Вы получили способность к очень быстрому перемещению. И крутая обоина. Страх полета. 9000 метров над Альпами, 2005 год. Воу, Dodge Viper SRT. Хорош. Какой-нибудь 8 SRT, да? Десяточка. Хорош. Она была шлюхой. Скажи ей это. А батя-то его в современном мире жил, получается? Всех пассажиров, чтобы добраться до меня. Какой-то бред. Мне надо выбраться из этого самолета. Думай, черт побери. Какой-то полный бред. В кабине пилота есть аварийный люк и парашюты. Dodge Viper, по-моему, 95-го начал производиться. Нашему герою 15 лет? Что за бред? Игра 9-го года. Ну не 890 какой-то год Viper производится, 100%. Инфосотка, чуваки. А чё у меня нету-то шифты? А, ну я никого не убил. Убил. Всё, ты один был. Я там был как бы вообще, вообще-то возле Вайпера этого. Мудил этот трусливый. Патрончики. Что-то не вяжется, правда. Вот они перемудрили, по-моему. Тачку же покоцайте, мудаки, она дорогая очень. Блин, ну вылез, а я пока вспомнил, как отменить. И все. А в смысле? А, я просто не попадаю. Он настолько косой, что не попадает наемный убийца. Красавчик просто. Почему-то патроны от МП-4 подходят в беретту. Интересно.
Да убей ты его уже, господи. Там у кого-то тело ворочается. Ну, я, в принципе, в лифт, да? Тут, по-моему, комикс должен быть. Потому что уже очень большая... Да, уже очень большая у нас комната. Длинная. А, видеоролик. Это я еще не все посмотрел. Может быть, это еще. Ну, мне кажется, вряд ли. Тут еще где-то будет. Ну, давай пробежимся, потому что... Была куча противников. Они нас постоянно отвлекали, чтобы мы никуда... Ну, это реально дольше с РТ, 100%. Вайпер. Непростое, вот эти вот... Вещи, плюс оптика, плюс вот это все означает, что это СРТ-версия более мощная. По-моему, 8-я начиналась. СРТ-8, самый попроще. СРТ-10 уже совсем крутой. То есть, ну это явно, это 90 какие-то года. Батя его еще жив. Мать у него... А, ну только он уже, в принципе, родился, ему там где-то годик. То есть он 90 какого-то. Ну то есть, да, ему получается каких лет 18. За бред немножечко. Ну, либо это не он. Либо это не он. Пистолет провалился. Кнопку лифта. Ну, видишь? Просвечивается. Видишь? Я понимаю, что это насадка, это коллиматор. Но все равно она не должна просвечиваться. Коллиматор, говорю, компенсатор. Постоянно путаю. Ву-ву-ву, полегче. А батя-то крутой, смотри какой. Шлемофон одел себе. А, так можно было? Хорош, я во что-то попал. Хорош. Я во что-то сильно попал. Я прям сильно во что-то попал. Здесь будет какой-нибудь комикс? Я чувствую, что я сюда хрен вернусь. Тут очень много всего интересного. А, тут лифт, на котором мы приехали. Здесь что? Здесь ничего. А сюда могли бы комикс положить, на самом деле. Потому что мы убегаем и его хрен увидим. Понял. Мы заходим, нет? Не заходим. Нейтрончики. Во-во-во-во-во-во. Я этого не нажимал. Так толкни ты, ёперный театр. Извините, пожалуйста. Мне просто очень надо пройти. Чувачок, я тут. Блин, как он по мне попал, ни хрена. Первый раз убили. Я же на пробел... В смысле, я на пробел же нажал, что ж. Я же нажал же на пробел же, в смысле же. Что же творится же такое же? И? Раз убили, чисто случайно. Во! Вот
ты еще и выжил, мудила. Блин, реально все убиты в самолете, трындец какой-то. Даже я один раз побывал убитым. Ну все, лифт. Два шага не дошел, прикинь. У-у-у-у. Мог бы не стрелять, мог бы так убить. Чуть не допер. А, блин, выходи давай. Раз, два, три. Козел. А, вон о чем, Михалыч. Вот, оказывается, как можно сделать. Я-то думаю. Так, ну тут ничего, хорошо. Да прячься ты, дурачок! Ёперный театр. Неожиданно было. Блин, где ж я трэш устраиваю? И почему-то каждый раз, когда дырка появляется, каждый раз мы крыло видим. Я не знаю, сколько у этого самолета крыльев, но, судя по всему, очень много. Не понял сейчас. Я в этом дыме ни хрена не вижу вообще просто. Что у него за шлемак такой крутой, непонятно. Какое-то ночное видение или что-то вроде этого. Судя по всему. Он просто идет на меня, ему пофиг. Там еще один был. Никого, тут есть возможность продырявить снова. Мы этого делать, конечно же, не будем. Вроде бы не пропустил я какой-то комикс либо что-то вроде этого, потому что все стараюсь осматривать абсолютно четко. Вот ноутбук стоит, к примеру. Он нам не нужен, поэтому поиграем и без него. Последний парашют у меня. Тебе отсюда не выбраться. Почему ты это делаешь? Элис была бы жива, если бы ты не посеял в ее теле свое семя. У этого семени... Что это было? Да, я знаю, Уэсли. У меня кое-что есть для него. Вот это. Сукин сын. Пуля в пулю, конечно же. Всего лишь смертный. Или хочешь научиться летать? Я не умею летать, ублюдок, зато я умею пилотировать.
Только тебе это не поможет, поскольку ты не в кабине, как бы. А это мы сейчас еще и лазить будем где-то? Воу! Что это за... А, это пуля летела, что ли? Я пуля в пулю стреляю. Хорош. Я понятия не имею, где он лезет. Самолет, походу, падает сильно очень. Уже носом вниз. Судя по тому, что мы видим иллюминаторы немножечко неровно. Но при этом почему-то пытаемся в кабину пилота прорваться. Это, мягко говоря, странно. Времени достаточно. Слишком все медленно летит. Мне казалось, что если бы немножко быстрее, это было бы интереснее. Это слишком легко, но очень интересно. Очень красиво. Вот видишь, он не стрелял, но пуля в нас уже летит с какого-то хрена. Хоть бы звук выстрела добавили, я не знаю. Прям возле меня, охренеть. При этом его пуля летит крайне медленно. Мои почему-то быстро успевают все это сделать. Да, физика, понимаешь? А вот и тачка. Почему-то без трупа уже. Труп уже пилотировал. Вау. Джеймс Бонд, здравствуйте. Там такие сугробы, что она по крышу бы зарылась, честно говоря. Но нет, она едет. Совсем бред какой-то. И взрыв ужасный. Колеса кривые почему-то вместе с дисками, я так понимаю, тормозными состойками. Найди двух оставшихся стражей, и ты узнаешь, куда должны перевести чикагский станок. Это правда, что у бессмертного была пуля, на которой выгравировано мое имя? Да. Вот здесь должна быть эта сцена, где нам ее показали. Вы знаете, мое творение. Парижское братство заказало сотню таких. Я встречаюсь с их покупателем, человеком по имени Брумель, через полчаса. С ума сойти. И со мной? А то. То есть как-то очень странно все это немножечко. Сперва разговор прервался вдруг. Чикаго — город, в котором так приятно пострелять. Прервался вдруг разговор, и нам показали сцену с отцом. Которая не вписывалась. Мне кажется, что после она должна была быть. А песты быстрый. У Пекварски был свой интерес. Мне казалось, что он поймет. Али тормоз. Ну это вообще бред полный. Ну ладно. Не-не-не-не-не-не-не, ты должен будет в следующей серии. На этом я тебе скажу спасибо большое, что смотрел. Если смотрела, подпишись, поставь лайк, напиши какой-нибудь комментарий, обязательно нажимай на колокольчик, не забывай писать комментарии, это очень-очень важно. Также я возле лайка, дизлайка, стрелочка поделись, пожалуйста, с друзьями. Также в описании есть ссылочки на соцсети, я специально для себя их там отставил. Также есть в описании и плейлисты с другими играми, обязательно посмотри, это очень интересно. Кошка моя не даст соврать, собственно. Также есть группа ВКонтакте, там зайди, подпишись, будешь знать все раньше всех. И скоро появится Телеграм, где ты будешь узнавать еще более раньше, плюс получать дополнительный контент бесплатно. Спасибо тебе за просмотр, всего хорошего, пока.